Здрасте, нафиг обратно. Возвращаемся на Ксин. На самом деле, если вы помните события предыдущих серий, то в конце мы получили люлей. А вот, от короля сумасшедших дворфов, который просто, у которого каждый каст на нас проходил, мы все засыпали. Вот, сейчас мы стоим на том самом месте. Я считаю, что надо сменить тактику. Вот, во-первых, надо музыку сменить, а то меня эти рулады вот, из вторых героев ушатывают. Меня начинают тупить. Вот. Так что надо что-нибудь повеселее, пободрее. Вот, и это самое. Короче. Ой, ё. Так умереть недолго. Все отравлены. Я вот как-то, честно говоря, когда играл в последние разы, уже как-то привычка выработалась к хорошим заклинаниям. Там, где был детский городок. Вот, типа там портал, там какой-нибудь, еще что-то. Вот так вот пешком ходить уже отвык. Обычно выходить так уже не приходится, то есть заходить, да, вот это выходит уже спокойно. Ладно. Итак, сначала мы идем в город лечиться. Потому что вся банда отравлена в хлам. May we help you? Да. Так, у нас 50 тысяч, это хорошо. Потом мы идем в магазин. Чиниться. Явно у кого-то что-то сломано, да. За воинскую доблесть и успехи отряд был награжден пластинкой пьехи. Так. А вот теперь мы будем приводить жизнь хитрый план. Хитрый план заключается в том, чтобы добраться до города Ривер-Сити. Вот. Город Ривер-Сити там дальше по дорожке. Вот. И там учат полезному. Если мы туда попадем, мы сможем тайком обучиться всяким нужным вещам. У нас очень серьезно повысится маневренность или маневренность. Только бы нас не грохнули по пути. Сложно.
Would you like to learn the merchant skill? Вот, что нам Would надо you было. Like to... 6 тысяч с носа, конечно, много, но это окупится. То есть мы теперь... I can give ye a boat ride to River City for 100 gold. Мы теперь будем торговать по полной цене, а не за копейки, за какие-то. Вот. И вот мы в городе River City, на который мы приплыли на лодочке. Так, тут нам особо задерживаться не надо. Нам тут надо научиться плавать. Ну, в смысле, научить всех, кто не умеет. А не умеют у нас те, кто не люди. То есть всякие гномы, эльфы и так далее. Вот. Теперь вот тут на островках нас учат навигации. Навигация в данном случае это умение ходить по пустыне. И умение улазать по горам. Вот. Теперь, когда мы умеем делать эти две прекрасных вещи, можно возвращаться в город Вертиго. Головокружение. Потому что в Ривер-Сити тут тоже все очень вкусно. Вот. Есть что поделать, но... Но нам пока рано. Можно умереть. Поэтому летим домой. What do you want? Так. Обратно чиним броню. Это, ну, тут что поделаешь. Мага ломают сразу и первым. Так, на всякий случай зайдем вот сюда, посмотрим, не можем ли чего-нибудь... А, мы можем тут чего-нибудь. Сталин, 7 уровень, Александра Михайловна. Так. Спать. Вот. И теперь мы уходим на улицу. А вот, на улице мы можем, например... На всякие островки теперь плавать. К сожалению, если я правильно помню, застрелить из воды невозможно. Так... Ну, нашли в бутылочке нужную вещицу. Так, эти статуи пока не работают. Надо вот... Ага, вот послание от Крода. Я в башне Дарзага. Башня Дарзага... Это еще не скоро. Уродин, Хермит. To cure poison and cure disease spells, but I lost the bone whistle needed to activate. Угу. Этот дебил потерял активатор для статуи. Ну там что-то вроде посоха там или рычага какого-то. В общем. Вот, и нам надо вернуть ему, и тогда эти статуи нас научат нужному. А именно. Заклинанием Cure Disease и Cure Poison. И мы не будем как идиоты выбегать из шахты каждый раз, когда кто-то нас случайно заденет. Так, тут у нас скелеты. Бутылочка. И еще один свиток заколдовать предмет. В принципе, не, эти свитки, они нам не нужны, потому что нам нужно свое заклинание такое. А вот. Зомби начались. Так. Чтоб
сопротивление электричества, но это, по-моему, временное. Untie me from this chair before this. Thank you very much. Селию нашли. То есть нам там чувак торчит уже денег за нее. А вот и эта вот штучка, которую просил Ротин. Так, разоряем этот храм андедов. Получаем экспы. Ой-ё, ох, швазишь, ребята. Видите, как с новой музыкой пошло все бодрее. Случайно поспал, я не хотел. Не туда Так, теперь нам надо добраться, забрать свои награды за квесты. Так, вы спасли Селию. Дерек Рейнджер, по-моему, такой герой был. 2000 рублей и, соответственно, экспириенс. The whistle. Так, а парень активирует статуи. Это важно, потому что вот эти вот заклинания, они прям очень нужные. То есть у нас теперь эта проблема просто отпадает. Со всякими отравлениями, там... Cure disease тоже, это болезнь. Тоже противная штука, ну... Тут, в принципе, все примерно одинаково действует, ты просто начинаешь активно дохнуть. Вот! После этого дела надо сохраниться. Пусть наш отряд на 3 октября смертным ударом. Пусть наш отряд на 3 октября. Look at the train! Good job! Good job! Good job! Плюс 2 уровня. Good, good job! Вы, кстати, видите, да, что цены-то потихонечку повышаются. Good job! Good job! Так, уровень 7. Ну, не знаю, можно ли идти валить старикашку? Или лучше сначала полазить по горам немножко? Мы тут в углу мира находимся. Что-то как-то не везет с фонтанами, постоянно как к ним подходим, ночь. То есть, утром это все падает. О, орочья деревенька. Так, находим кучу всякого нужного. Вот, с тех пор, как мы выучили скилл Merchant, торговли, да, все эти шмотки превращаются уже в реальные деньги. То есть, тут уже доход как бы сейчас меняется категорически. По крайней мере... Хватать нам теперь будет на все. Ага. Еще одна урочья пещерка. Опыт. Шмотки. Деньги. Так. Деньги, шмотки.
Тут уже весело пошло. Главное, что они теперь перестанут тут респауниться, эти орки. Look into train. Good job. И еще. Ну, вот тут уже по много экспириенса надо. Александра Михайловна сделала 8 уровень. Это приятно. Ну, собственно, этот паренек для нас как продавец кончился. Вот. Он теперь у нас только покупатель. Вот Steel Skimmer, Golem Smasher. Ну-ка. Насколько он бьет? 8-16 плюс 3. А этот 3-18 просто. Вот это вот, да, можно продать. Это продать, это продать. Дать ему Steel Skimmer. В смысле, Ленину. Големов, правда, нам в ближайшее время не попадется. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие мы хорошие вещи нашли. Вот это вот нашему клирику Эмбер Рингмейл. Вот, а это, ну, кому-то из наших бойцов. Так. Сплинт Мейл. Плюс 7 фаер. По один клирик рейнджер, наверное, ему и отдадим. Так. Steel Skimmer, Golem Smasher, да. Армор. А я найду лимон и буду рад, но я тебе не дам. Не смей так. Меня винить. А посмотрите, до чего он хорош. Так, шлем сам надень, ну тут без разницы, это любой шлем как бы лучше, чем вообще никакого шлема. Нет, этот сплинт не умеет, да, жалко. Ладно, вот, все, остальное продать можно. What do you want? То есть понятно, что мы пока самое дорогое на себя напяливаем. Например, Lapis Plate Armor. Так, ну вот. Вот это вот уже интереснее. У меня есть план, но я тебе не дам. Welcome to the guild. Так. Ну тут, собственно, особо Enjoy. Покупать-то нечего уже. Enjoy. Вот девушки покупаем Enjoy. Первые. Enjoy. Enjoy. Боевые заклинания. Revitalize убирает weak condition, то есть слабость. Sparks Enjoy. Это уже боевое. Так, этому. Enjoy. Этим ребятам Enjoy. Пока покупаем Enjoy. Исключительно служебные такие вещи. Виза вот тай можно. Enjoy. Enjoy. А Уэйкен Enjoy. Обязательно. Как мы только что Enjoy. Видели в пещере. Это дядя гном очень серьезно слипом кидается. Вот, ну что,
можно сохраниться, я не помню, вот эта вот штука. А, работает? На гноме работает. На гноме шахты работает. Так. Мне надоел еще зеленый помидор, вот ты кушай сам. Так. Главное сейчас не заблудиться. Спокойно дойти до дяди гнома. Ух. Ну, это понятно. Это мы будем получать по любасу. Вот, по-моему, где-то уже близко. По-моему, где-то здесь он сидит. Если я ничего не путаю. А я, судя по всему, не путаю. Да, вот он. Так, Energy Blast у нас имеется. Sharp Metal, Sharpnel, в смысле. Toxic Cloud. Вот она вам по всем бьет. Да. Опять мы спим. Вот на помощь мы спешим. Всех разбудили. Так. Бить этого. Еще раз токсическим облаком, как-то хило на них действует. Готов. Все, дальше дело техники. Есть. Полторы тысячи голды, 100 гем и всякой фигни еще. Фу, блин. Да что ж ты так... Что ж ты будешь делать, да? Чтоб мне случаем не вынесли. 5000. И еще 1000. И еще 200. И еще 100. И еще 25. И мы жадные. Так. И еще какой-то боец остался. Даже два. Так. Надо подлечиться. Так. Ага. Ага, это мы к выходу типа идем. Да, нам надо к выходу, нам надо в город. Только нам бы не помереть в процессе. Так. Так. Тут, к сожалению, вот в этих шахтах они такие большие, что карта здесь практически бесполезна. Она тебе маленький кусочек показывает.
как он бьет ногой нашего ся, и в нашем городе покой. Так, вышли. Город, и нам вот к этому гражданину. Вот. Соответственно, нам медаль отваги красных гномов. Поздравляю, тра-ля-ля. Оу, сколько их спы. Так, сюда. Догадайтесь, зачем? Да. Вот зачем. Вася, и никуда не улетит, ни годник никакой. А как он так, ну все, в принципе, в городе Вертиго нам по большому счету делать-то больше нечего. Нас ждут. Good job! Нас ждут другие города. Good job! Ленин 8 уровня стал. Good job! И Троцкий. Вот, а теперь нам надо в Ривер-Сити. В Ривер-Сити нам надо. Мы, в принципе, туда можем тупо полететь через портал. Вот. Эти дядечки, они очень противные. Сейвимся. Да, вот мы у ворот Ривер-Сити. Вот. I see that you are pale and weak. Вот это вот нужные очень вещи. Это Арнольд сильный. Он учит бодибилдингу. То есть, это скилл, от которого у вас серьезно добавляется хитпоинтов. Так, а вот это. Fighting is simple. Товарищ to be an arms master. Учит махать железками. У вас добавляется атака. Орку не надо, орк и так умеет. Вот эти вот ребята, вот, они с виду безобидные. Но их лучше не подпускать к себе, потому что они кусаются и заражают вас. Заражает вас, по-моему, как раз дизиз. Так, вот тут можно работу устроиться на недельку, но нам это не нужно. Там, во-первых, копейки, а во-вторых... Вот, насколько я помню, Wilds of Terra, там эта работа имела смысл, потому что если у тебя был большой вклад в банке, то пока ты как бы работал, да, тебе там капали проценты. Вот. А вот в данной игре, если я правильно помню, процентов в банках не платят. Вот. И как бы смысл крутить время, что называется, нет. Так, вот тут надо сейвиться, потому что тут бегают одни очень нехорошие девушки, которыми лучше не связываться. Sorceress в River City сперли у него. 500 gold buys for guild membership. Вот. Nothing less will do. Вот что нам нужно. 500 рублей за членство в гильдии. Оно того стоит. Это просто 100% оно того стоит. Так, gold. Тут мы уже были. Во время нашего партизанского проникновения. Так, гильдия, где у нас гильдия? Это храм, нам туда не надо.
Так, секундочку, сейчас я приму. Так, сейчас мы ищем магическую гильдию, нам заклинания нужны. Где-то она тут недалеко была. Гильдия. Только там надо аккуратно, потому что... Так. Вот. Вот. Во-первых... Заклинание. Так, это что такое? А, не, ну это вот эти вот голые бокам, которые нам не надо. Нам надо вот это. Enjoy. Нам надо вот это. Enjoy. И нам надо вот это. Enjoy. Так. Тут у нас Walk on the Water пригодится, потому что плавать мы можем только в прибрежной полосе, если дальше надо Walk on the Water включать. Вот. Cure Paralysis, Turn Undead, Power Cure, вот это вот все, вот это все надо. Так. Тут пока Cure Paralysis. Так, тут Levitate и Lloyd Beacon. Enjoy. Ну и Turn Undead заодно. Фух, все, а теперь надо отсюда валить, потому что вот, вот за той дверкой, насколько я помню, далеко не безобидные личности тусят. Вот, теперь когда мы... Так, зарядились, смотрим, 10 гем. Много, но если использовать одновременно вот день колдовства и день защиты, то мы получаемся очень крепкие, гораздо крепче, чем обычно. Ага. А у нее спел поинтов на него пока не хватает. Ну ладно, это не страшно. Так, а у тебя-то хватит? У тебя-то хватит. Если у нас тут щит включился, еще что-то, левитация там. Так, давайте посмотрим, где мы находимся. Так, если я правильно помню, город Вертиго находится где-то там. Вот тут уже какие-то неприятные игры. Ой, ё. Так. Вы понимаете? Так тоже бывает. Собственно, суть в том, что я по нему просто попасть не могу. У него ворот очень хороший. Так. Не. Отравлен, 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 отравлен. Ой. Ну вот да. Тут надо быть аккуратным. Но мы теперь как бы можем уже с этим более-менее бороться, поэтому... Так.
Да, то есть мы поторопились немножко ходить по окрестностям Риверсити. Надо еще пошляться по другим местам. Так, например. Step right up this way to the action-packed treasure-filled mines of the Red Dwarf Range. Какая там по счету была шахта, где была вода? По-моему, четвертая, да? О, да. Против геноцида, Вася, и против Васи геноцид. Кто победит? Теперь мы всего этого уже не боимся, поэтому... Но все спокойны, если мирный, Вася. Поэтому можно спокойно забрать бабки. Земля горит от мощности такой, вот так он бьет рукой наш. Так, и здесь то же самое. Ногой наш Вася. И в мирном космосе покой. Ну это да, это мы уже знаем все. Так, и теперь можем даже спокойно выходить, да. Так. Тут леса зомби. Вот тут есть храм, в который нас пока не пустят. Ага. И очень противная штучка под названием Killer Sprite. С них, кстати, падают джемы. Еще один свиток заколдовать. Вещь. Скелет. Ага, это хижинка, где сидела девушка там. Так, ну что? Ага. Так, вот у нас город. Это город с вампирами. Вик. I was once a beautiful mermaid, but one day a sorceress saw me swimming and became jealous of my beauty. She cast a spell that took away my beauty, but worst of all, she took away my mermaid tail and gave me legs instead. I searched to find an elixir of restoration so I can return to the way I once was. I've heard the clerics of the evil temple of Yak do east of here. Ага. Вот она нам дала, значит, ключик от храма. От храма Яка. Это крайне неприятное место, как любые вообще здесь всякие храмы, подземелья и так далее. Просто отвратительные. Вот. Поэтому мы туда, конечно, пойдем. Но тоже не сейчас. А сейчас... Вот там вот городишко был. Там туда тоже рано. Там живут вампиры, которые... Ну, с которыми мы пока не пободаемся. Вот. А это вот, если вы помните, как у нас девушка ждет... Кстати, интересно, да? Островок в углу мира за космосом. Вот туда можно телепортнуться, имея известную ловкость. А вот, но это часть основного квеста, и этим мы займемся уже в самом конце. Ну, пока мы прицелились на башню ведьм. В нее мы пойдем в следующей серии. А вот. Пока все.